Москва присоединилась к общероссийской акции «Сообщи», где торгуют смертью, в рамках которой проводится турнир по настольному теннису среди студентов первых курсов колледжей и техникумов. Всего в турнире по теннису участвуют 20 команд – 10 женских и 10 мужских. В составе игроков есть студенты из Шагонара и Балгазина. Первокурсники к соревнованиям готовились заранее. Неделю назад мы начали подготовку. У нас в команде 6 человек, 3 мальчика, 3 девочки. Готовились мы усердно, работали каждый день, тренировались. На победу рассчитываем, стараемся. Другим командам тоже желаю удачи, как и нам. Главная цель акции – предотвратить распространение наркомании среди несовершеннолетних, также привлечь внимание общественности и не только. Сегодня на базе Туинского государственного университета, МВД по Республике Тыва и Министерство спорта и Министерство образования Республики Тыва организовано проведение турнира по настольному теннису. Цель акции – это популяризация здорового образа жизни. В Туве 466 человек зарегистрированы с установленным диагнозом наркомания, из которых 14 женщин. Несовершеннолетних среди них нет, однако профилактические мероприятия проводятся именно среди молодежи, чтобы подрастающее поколение помнило, что наркотики – это вред. В нашем колледже для профилактики правонарушений и для здорового образа жизни проводятся различные спортивные мероприятия. И особенно вот настольный теннис у нас развивается. Значит, у нас есть в колледже 6 столов. Недавно провели тоже соревнования по настольному теннису. Так что провели отбор. И ребята очень заинтересованы, играют. Кроме теннисного турнира, среди студентов проводятся антинаркотические кибер-уроки, встречи и литературно-фольклорные путешествия к здоровью через тувинские традиции. Сообщить информацию о фактах распространения наркотиков можно по телефону доверия анонимно и круглосуточно 3-10-50, ведь вы можете спасти чью-то жизнь. Айдана Хавлык, Буяно Юн, Азамат Очур, Тува-24.